Судьба свела их на этом тотеме. Вот. Выходят ребята. В предыдущей схватке Абдулла был как лидер этого веса свободен. Таласов выиграл у Гамбадоржа, представители Москвы. Тоже, кстати, спортсмена не слабого. Ох ты! Вот это юка! Абдулла сильно перехватил инициативу после атаки и сразу выполнил свой коронный прием. Бросок через спину за два рукава. Юка повел. Да, ну это... Вот уже на первых секундах вот это такое открытое дзюдо. Таласов тоже, конечно, не подарок, как говорится, в мире в борцовском. Посмотрим, что будет дальше. Очень-очень хорошие спортсмены. Вот Абдулла пытается провести атаку. Ну, как-то не подготовлено сразу, так сказать, в лоб, что называется. Ну, посмотрим, что будет дальше. Напомню, оценку ведет Абдулжалилов. Юка. К сожалению, мы ведем репортаж только с одного татами. Не менее интересная борьба идет и в весовой категории до 60 килограмм. Более, так скажем, спокойно сегодня у девчонок, потому что борются... верхние весовые категории, так скажем. Ой-ой-ой-ой-ой! Какая атака в левую сторону Таласов. Ну, казалось бы, все, все, уже япон. Нет. Абдулжалилов прямо уходит, уходит от атаки. Ну что, дадут юка? В принципе, касание тазом и локтем. Но я не думаю, что должна быть оценка. Слушайте, ну динамично, очень динамично. Ну приятно посмотреть. Вот, вот еще раз Таласов атакует. Угу. А тут контратака. Что? Ну, что такое? Ох ты, господи. Вот это, друзья мои, вот это захватывает. Я сам весь в этой встрече. Тем более Абдулжалилов сейчас, да, за пассивность получает. Ну, конечно, две Арсен такие атаки провел могучие. Ну что? Вот это интересная очень встреча. Пытается, фокусируется. Вот, отлично тоже. Но вы посмотрите, просто какой-то каскад технических действий на грани броска. Но я думаю, друзья, не закончится это просто так. Это будет япон. Тяжело, конечно, арбитру, потому что он должен быть сосредоточен, но арбитр опытный. И, собственно говоря, ну что, наблюдаю, попытка на подхват, несколько неподготовлен. Таласов атакует. Ну, посмотрите, подвороты и в правую, и в левую сторону спортсмены выполняют. Ну, вот это серьезные спортсмены. Ну, вот еще раз напомню, у нас утешительные встречи от восьмерки. А это у нас всего лишь второй круг по нашей сетке. Ну да, конечно, вот вы видите, какая жеребьевка, и таких два спортсмена сошлись уже во втором круге. И, к сожалению, кто-то из них покинет наше соревнование, потому что в дзюдо, конечно, ничьих не бывает. Ну, сейчас пока ведет Абдулжалилов. О-хо-хо! Какой бросок! Прям за кисть. Передняя подножка вправо, за кисть взял Абдулжалилов. Великолепно провел переднюю подножку вправо. Да, Юка оценили арбитр, и Юка, два Юка ведет Абдулжалилов. Ну, это дзюдо, это действительно дзюдо, красиво, мощно. Ну, Арсен, конечно, немножко обескуражен, но будет биться. Он тоже боец и очень опасный. Вот атаку Оучигари, зацеп изнутри. Еще раз посадка, перехватывает инициативу Абдулжалилов. Но пока нечего Таласову предложить. Кстати, они спортсмены, чуть постарше Абдулла. Они были в одной сборной с Арсеном по молодежи. Выступали на первенстве Европы и мира. За сборную команду Российской Федерации. Волнуется тренер Цагараев, тренер Арсена Таласова. Цагараев Казбек, мастер спорта международного класса, представитель осетинской школы тренерской под руководством Алика Ахпалыча Бекузарова. Работает там осетинская школа дзюдо, очень высокий, яркий представитель. Конечно, наш заслуженный борец, двукратный призер Олимпийских игр, шестикратный чемпион Европы Тамерлан Тменов.
вышел из этой школы, и стабильно спортсмены сборных по разным возрастам выступают. Но не менее знаменитая дагестанская школа, там много очень ярких представителей нашего вида спорта. Ну и что говорить, Хан Магомедов, Камал сейчас великолепно провел турнир на чемпионате мира в этой весовой категории. Конечно, ребята передают опыт, делятся. Минута 30 остается до конца встречи. Арбитр делает замечание, потому что тренеры не должны подсказывать во время ведения поединка. Обоюдно запасив наказывают обоих борцов. Пашида, но для Таласова это не спасает ситуации. Еще раз напомню, Абдулжалилов ведет две оценки юка, великолепных броска. Я вам хочу сказать, пытается Таласов изменить ход встречи, атакует, но пока безуспешно. Ну что, пытается завязаться в борьбе Неваза, лежа Абдулжалилов, перейти на болевой прием. Ну, молодец, молодец, атака идет. Ну что, время работает. Не на Таласова надо уходить, конечно. Команда Мате. Так, ну что, пока представитель Осетии вырвать не может. Очень сильно, активно работают, конечно, тренеры. Ну что говорить, такие спортсмены высокого уровня встретились во втором круге нашей сетки. А я напомню любителям дзюдо, что мы наблюдаем репортаж с чемпионата страны. Еще раз атакует Абдулжалилов. Остается меньше минуты. Да, ну, по горчичникам Таласов ведет, но два юка перевешивают все горчичники. Да, схватка серьезная. Чемпионат страны, Ханты-Мансийск, весовая категория до 66 килограммов. Первый день соревнований. Да, очень мощно, конечно, поддерживал своего спортсмена Казбек Цагараев, за что был удален. Ой-ой-ой-ой! Атака, великолепная атака броском через бедро, но не приводит. Конечно, сейчас болеют представители двух школ. Но еще раз напомню, спортсмены высокого уровня, и Абдулжалилов ведет сейчас два юка. Перешел на болевой прием. Остается менее 20 секунд. Но атакует Абдулла. Атакует. Пытается перевернуть на болевой прием. Время идет. А спортсмены схватки с таким спортсменом, как Таласов, конечно, каждая секунда это опасно. Ну что, остается 8 секунд. Но все бывает в дзюдо. Даже может все случиться на последней секунде. Поэтому смотрим, что будет дальше. Смотрим, что будет дальше. И сейчас 8-7. Уже счет пошел. Да. И Абдулла выигрывает эту встречу, Абдулжалилов. И выходит в следующий круг наших соревнований. Но я хочу сказать, это заявка на высокий результат. Заявка на медаль нашего чемпионата, потому что Арсен Таласов, напомню, спортсмен достаточно высокого уровня, неоднократный призер страны, и Абдулжалилов, который выступает за Приволжский федеральный округ и параллельный зачет Северо-Кавказский федеральный округ, выходит в следующий круг наших соревнований. Так, ну а что нас тут ожидает дальше, уважаемые друзья? Мы ведем репортаж чемпионата страны, город Ханты-Мансийск, который первый день начался сегодня. Сегодня борются 5 весовых категорий, 3 верхние категории у женщин до 70, до 78 и плюс 78.